на байдарках и каяках по Сейму. В Курске прошло первенство области по спортивному туризму на водной дистанции. Среди участников было много новичков, в том числе и юных девушек. Удалось ли им покорить стихию? Об этом в сюжете Тараса Степаненко. Сейм бурлит. В этом году он заметно полноводнее, чем в прошлом. Рукотворные пороги шумят. Это наоборот удобно, с одной стороны, интересно. Вода в этом году, уровень немножечко поднялся. Вот так было года 4 назад. Вот. Когда хороший уровень воды, большие струи, интереснее ходить, интересная дистанция. Больше и участников. Приехали спортсмены из Курчатова, есть пополнение в Курской спортшколе. Организаторы отметили, байдарки и каяки стали интересовать девушек. Екатерина Шишова еще полгода назад ничего не знала об этом виде спорта, а сегодня уже участвует в соревнованиях. Это ее первый официальный старт. Было тяжело очень, но это надо попробовать. Очень интересно. Были сложности, мы два раза не вошли в одни ворота. Так получилось, на тренировках все было хорошо, а сейчас, ну, вот так вот сложилось, что два раза не прошли в одни ворота. Но в остальном все хорошо, прошли трассу. А это будущие победители – Артем Таратухин и Василий Токарев. Прошли дистанцию не без помарок, но выиграли. Мы не ожидали то, что мы заденем двое ворот. Мы хотели без штрафов закончить дистанцию, но все равно прошли за хорошее время. То есть все, что могли сделать, сделали. Уже на следующих выходных курян ждет первенство Центрального федерального округа. Место проведения тоже – левый берег Сейма напротив пляжа Здоровье. Тарас Степаненко, Сергей Дорохов, телеканал «Сейм».